Ona gada usiva. Па да, че, пожалуй, вот. Значит, против Осаки Севастова лишь однажды проиграла свою подачу. Здорово, да, изящно разыграла и укоротила, и свечку через левый. Да? То, что делают они, красивый мяч. Аккуратно защищалась Анастасия. И должна делать. И Анастасия Форк. Ну, у Севастовой очень сложная вторая подача. Она такие вращения придают мячу, что отскок непонятный. Браво. Севастовой. Многовато. Вот так, да, готовить свои атаки, разыгрывать мяч до верх. Да, емкая работа. Вознецкий сама ничего не отдаст, конечно. Уже не попала здесь. Но остается только проверять. Севастовой, конечно, или не уверена. Да. Ну, вот он шанс Каролины. Первые брейкпоинты у нее. Первый брейк в этом матче 4 на 2. Собирает ошибки соперницы. Сама причем практически их не допускает. Конечно, фантастический розыгрыш был. Этого розыгрыша, здесь они ее спасли. С Наоми Осакой просто я люблю Ли Пая. Эти удары Вознецкий выполняет с закрытыми глазами. Очень рискованно. Анастасия Севастова. Ну вот в этом розыгрыше, наверное, все, да, что происходит в этом матче. Настя играет интереснее. Посмотрите, какие комбинации она придумывает. Она просто таскает, да, Вознецкий по корту. Но первый смеш с отскока еще получился. Второй она пробила.
что ж, хороший драйв волей. Это даже было страшно. Дила мяч. 30-15. Нельзя сводить игру только под бэкхенд. А вот и первый удачный укороченный. Несколько раз уже Настя пробовала, но ничьи. Готова была к этому укороченному. Сколько еще раз надо набрасывать, чтобы Каролина мяч все-таки выиграла. Тройной сетбол у нее. Вот такой розыгрыш мы уже видели. Второй сетбол реализовала Каролина. Папа Петр собирается выйти на корт, а мы давайте немножко передохнем впереди. Каролины вот такие есть удары. То есть, если Севастовой избавится от ошибок, то она будет очень даже конкурентно способна. Потрясающе. В первой партии Насте было не до этого. Справа тяжело мяч забить, но Каролина постоянно на... О, как умненько ударил этот смеш. И Анастасия сразу блока. Ну и вот это тоже свеча. Сколько интересных комбинаций за счет именно нестандартных действий Анастасии. Первый брейкпоинт у Анастасии Севастовой. Каролина вышла. И с этим брейкпоинтом Каролина справляется, настроилась на первую. Слишком хорошо. 2-1. Первый брейк. Ну,
решила терпеть. Сколько есть сил. И попадает Настя здесь. Сердито по центру. Завершающий удар. Половину их она реализовывает в этом матче. Среагировала и бросилась вперед, и догнала мяч, и сыграла. Вот и подача, которой так не хватало в этом гейме. Пошел второй час игры, и ситуация кардинально меняется. Каролина уже не бежит в этот угол. Хороший теннис мы с вами сейчас наблюдаем. В восторге и болельщик. В таком темпе. Попадает. 30-15. Вот это удар. Фантастические удары по линиям сейчас стала находить Севастова. Я бы сказал, что это фирменный удар Анастасии Севастовой. Вот так с полулета и вдоль сетки она. Он направляет мяч, обрабатывает его с полулета. Севастов. Кошка лапой просто скинет. Каролина все вытерпела. Проситесь.
Настя. Терять уже нечего, права на ошибку нет. И очень обидный промах на третьем матчболе. Каролина Возняцкая во второй раз в своей карьере выигрывает турнир в Пекине. Впервые ей удалось это сделать в 2010-м. И вот она повторила свой успех 8 лет спустя. Айда Каролина. Был очень сложный момент для нее во втором сете. И многие, наверное, бы задрожали на ее...